Александр, вы по-английски говорите или? Little bit. Little bit. Ну, that's enough. Здорово. Да. Да. Прекрасно, прекрасно. Жанна. Да. Юрий Михайлович. Конечно же, да. Спасибо. И, наконец, Сергей Чеграков. Да. Сергей Чеграков, да. Извините, можно вопрос? Да. Виктору Яковлевичу. Есть у меня мечта, не мечта, скажем так, цель. Быть похожим на Виктора Яковлевича. А что? Не откажете мне... В любезности. В любезности. Работать с вами. Поп и поп-рок – направление Виктора Дробыша. Он ищет артистов, которые смогут стать по-настоящему народными, чьи песни будут звучать по радио не один десяток лет. Иди к братику иди, поцелуйтесь. Пожалуйста, потрясите хайером вдвоем. Стас, так скажите в микрофон, понятно, что Александр этого хочет. Вы-то хотите его в команду? Саня наш. Да? Наш. Виктор? Теперь я могу спокойно встретить старость, когда такие вот дети. Ну так тому и быть. Наконец-то. Да, Александр Иванов. Подождите. Я считаю, это не по регламенту. Во-первых, парень, это копия я. Только с волосами, да, я понял. Во-вторых, мне Антон сказал, что это вообще наш человек. Потому они уже в этом сошли. Он же хотел сам. Не, он к Дробышу. Он не хочет к вам. Да ты не бойся, мы тебя побреем нормально. Будешь лысый, красивый.